Каким будет обновленный Лакреевский парк? Этот вопрос решали на градостроительном совете. Кроме реконструкции парка, в повестке дня был еще один важный вопрос – рассмотрение эскизного проекта гостиничного комплекса «Одис Отель». Кстати, это был первый градостроительный совет для нового главного архитектора Чебоксар Вениамина Мамуткина. Специалисты проектного бюро «Архформа» провели зонирование Лакреевского парка, проложили маршруты, определили места для нового входа. Мы его старались сделать интересным для всех групп населения, для молодежи, пенсионеров среднего возраста. Поэтому в нем появились такие объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, многофункциональный комплекс с зрительным залом, площадки для активного отдыха. Специалисты предлагают оптимизировать и зеленые насаждения. Сегодня территория парка 42 гектара, используется лишь на треть. Остальная часть заболочена и замусорена. В проекте предусмотрена большая сеть пешеходных и велодорожек. Члены градостроительного совета утвердили представленную концепцию реконструкции парка. А вот очередной проект реконструкции несостоявшейся гостиницы «Сувар», а теперь «Одис Отель», отправлен на доработку. Эскиз был разработан в эконом-варианте. Для удешевления строительства собственник решил сделать стеклянный фасад, отказаться от шпилей, подземной парковки, красивого анфиладного спуска к заливу. Членов совета не удовлетворила упрощенная коробка, напоминающая соседнее здание.